Здравствуйте. Сейчас приготовлю курицу в домашнем условии, картошкой. Вкусно и быстро. Для этого покажу я пару хитростей. Берем курицу, лишний жир убираем, ножки здесь отрезаем чуть-чуть, что мясо открытое было. Берем зубочистки, его от души прямо много-много раз тыкаем. Я это сделал уже, но я просто хочу показать вам. Дальше делаем такой соленый раствор. 3 литра воды, 2 ложку столовой ложкой соли, 1 столовую ложку сахара. Если что, попробуйте водички, что соленые они были. Так, на этом воде курицу замачиваем где-то примерно час. Пока курица замочится, мы подготовим для него самый главный. Это маринад. Берем тарелки, специи, черный перец, желательно дробленый. Или смесь 5 перцев, крупный такой. Перец. Берем ветку розмарин обратной стороны. Его хорошенько натереем. Можно вообще без перчатки, потому что это все будет запекаться. На перчатках он будет хорошо натереться. Вот так прямо. Вы должны запах чувствовать. Добавим чуть-чуть куркума. Красного паприка. Много добавить не надо, тогда у вас курица будет черной. Щепотку корицу. И чуть-чуть острого перец. Кому хочется острый, можно добавить чуть-чуть побольше. Капельки сахара. И, конечно же, чуть-чуть соль. Соль можно еще. Потому что эта соль будет на курицу и картошку. Дальше. Чуть-чуть уксус бальзамический. Кефир или стакан можно добавить. Берем горчицу от Максима. Буквально чайную ложку. Еще чуть-чуть можно. Это все тщательно перемешиваем. Вот это будет ваша маринад. Курица, я думаю, достаточно уже набрал соленую воду. Теперь добавляем это все маринад. Курицу. Таким образом можно оставить его часик еще на маринаде. Потом добавим средней крупности картошку. Шампиньоны можно пополам нарезать. Картошка цели оставим. Шампиньон давайте порежем. Возьмем мандарин или апельсин можно взять. Половину можно давать прямо сюда, здесь. Остальные половины туда, в центре. Немного нарежем. Чуть-чуть корицу. И чуть-чуть розмарины. Внутри. Давай его. Но оставим здесь место, чтобы воздух проходили. Чтобы запекался не только вверху. Ножки сильно не закрываем. Картошка вниз и курица наверх. Поставим себя запекать в духовке. Начало 130 градусов, минут 20. Потом, когда поймем, чуть-чуть появилась корочка, закрываем фольгой. 160 градусов, поставлю целый час. Тогда у вас будет отлично. Ставлю запекать. Вот, курица готов. Это блюдо вы можете приготовить на новогодний стол дома. Хотите бургер или стейки, приходите к шефу. Приятного аппетита! Курица праздничная. Курицу выдержать в соленой воде щепоткой сахара. Запекать под маринадом вместе с картофелем и грибами. Для аромата добавив половину мандарина. Вторую половину приправить корицей и розмарином, поместить внутрь тушки. Подавать с зеленью. Маринад эксклюзив. Для маринада взять дробленый перец, розмарин, куркуму, паприку, корицу, щепотку острого перца, заправить бальзамическим уксусом, кефиром и горчицей. Хорошо перемешать.